Здравствуйте, хочу оставить отзыв на мазь Флеминга. Вот такой препарат есть, это делают гомеопатические средства. Называется гомеопатическая фармация, город Санкт-Петербург. Вообще, как бы хочу их похвалить, потому что они реально вещи делают. Вот такую еще арнику брал. Арника помогает, когда вот эти в уголках рта трещины, заеды начинаются. Мажешь, идеально снимает, помогает все это. Вот такой же баллончик называется арника ГФ, а это мазь Флеминга. Ну, этот брал, кстати, да, в свое время при, вот написано, наружный геморрой. Вот для этого я его и брал. Но мне как бы он не подошел, хочу сказать. Он как-то сильно, в нем много вот этой мяты какой-то, перечная мята. Он как-то холодит и как-то вот раздражает, как-то как щиплет и дерет, и как-то холодом вот это вот. И неприятно это все. И такое впечатление, что этот геморрой еще сильнее начинает гореть. В общем, странно. Итак, тоже читал отзывы, что тут написано главное в показаниях, что наружный геморрой и аллергический дерматит и вазомоторный ринит. То есть получается, тоже писал, кто-то смеялся, говорит, что получается и в задницу, и в нос одно средство. То есть и против ринита, насморка, и против геморроя, типа вот от мазь Флеминга. Ну, кстати, вот хочу сказать, что у нас тоже в семье получается постоянные проблемы с носом. И получается, жена применяет эту мазь Флеминга, она ее реально в нос применяет. То есть то, что мне не подошло, она ее потом для носа использовала. Она какая-то, ну да, ее надо было в холодильнике хранить. Но ничего, вроде не это. И помогает, как-то облегчает, да, вот когда начинается что-то прям как воспаление в носу, это оно говорит, что типа чистит нос, прочищает хорошо и убирает там воспаление в нем. Может, кому-то подойдет. Мне, например, такой, что я не люблю, когда у меня что-то сильно мятное, там, тем более в носу, я вообще не представляю, как. Это все индивидуально. Знаете, что она просто очень сильно ядреная какая-то, у нее холодящий такой эффект и такой едкий какой-то. Поэтому далеко не каждому подойдет как бы такой отзыв. А вообще, в целом, вот эта гомеопатическая формация, вот мне вот этот не подошел вообще, но арника подошла. Он делает разные, получается, гомеопатические эти мази. И хочу сказать, что реально они делают качественно. Далеко сейчас не все производители что-то нормальное делают. Вот это вот качественное вообще. Производитель делает хорошие вещи. Петербург делает. Не знаю. ООО «Гомеопатическая фармация». У них много, короче, разной ерунды наделано. И если что, кстати, для себя что-то подберете, точно советую. Потому что мне... Вот мне подошла арника, ей подошла, она для носа делает, и ей отлично подходит. Мне не подходит, просто я нюанс говорю, что она мята сильная. А и вам может тоже подойти. Ну, смотрите там как бы сами. До новых встреч, подписывайтесь на канал, не болейте.